Это похоже на фильм ужасов или постапокалипсис. Дым и туман, люди в спецкостюмах с фонарями на шлемах практически ползком пробираются через какие-то решетки и трубы. Кругом слышны крики и звуки сирен. Газодымозащитная служба – специальная группа пожарных, которые работают в задымленной среде в аппаратах для дыхания, организуют эвакуацию людей и тушение огня. Самое главное – это слаженная работа звена. Звено – это вообще самое основное, что есть в пожарной охране. Грубо говоря, когда заходишь в дым, за тебя больше никого нет, кроме как вот три человека, которые находятся вместе с тобой. Состав звена – 4 человека. Командир – 2 газодымозащитника и постовой на посту безопасности. Сегодня основная задача – спасти пострадавшего, в роли которого манекен. Наконец, его выносят на свежий воздух. И тут же первые оценки судей. Случаются и спорные ситуации. Здесь важна каждая цифра, ведь на кону могут быть жизни людей. До 260 давление. Ты им сказал 40. И вот готовится следующая группа. Внимание! Марш! Звеной аппарат один, аппарат проверь! Тщательно проверить оборудование и снова на борьбу с дымом и пламенем спасать людей. Пятая пожарная часть Димитровграда участвует в соревнованиях 5-й год подряд и, как правило, занимает призовые места. Соревнование позволяет выработать быстроту, ловкость, умение при работе в непригодной для дыхания среде и выполнять поставленную задачу в кратчайшие сроки. Конкурсная программа включает в себя теоретическую и практическую части. В первой участникам пришлось отвечать на специальные тесты, а во второй пройти полосу препятствий и дымокамеру, имитирующую многокомнатную квартиру. Правда, пожарные признаются, реальность зачастую намного сложнее, чем то, что они испытывают на учениях или соревнованиях. И здесь они обмениваются своим бесценным опытом, чтобы в жизни быть готовым ко всему. Люди общаются, делятся своими какими-то новшествами, и это все делаем потихоньку, мы стараемся тоже внедрять. Положительный опыт, который здесь люди приобретают, делятся среди всех газодымозащитников, и это способствует повышению боеготовности подразделений в целом. В соревнованиях приняли участие все команды подразделений Главного управления МЧС по Ульяновской области, в которых создана газодымозащитная служба. Это 13 городских команд и 18 команд из муниципальных образований. Результаты будут известны после 21 июня. Ирина Силкина, Денис Миронов, Вести, Ульяновск.